Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем прекрасный такой кардиган летний. Девчонки, шикарная пряжа. Ализе бамбу файн. Ализе бамбу файн. Я не знаю, я заказывала здесь, девчонки, 100% она есть у вас. Вот в таком варианте, в английском, как бы на английском языке написано. Здесь я купила, у вас будет, я так понимаю, на русском языке написано. 100 грамм, 440 метров. У нас это называется бамбус, то есть бамбук. У вас, я думаю, будет как-то называться. Напишите мне, как у вас эта пряжечка называется. Вот, смотрите, я буду вязать в два сложения. Крючок 5 миллиметров, игла для сшивания, ножнички, соответственно. Всего у меня 7 мотков. Это сейчас я упаковочку открыла. Я вот первым делом, что я сделаю, я вот так вот... Мне нужно подобрать оттенок, чтобы, видите, она милированная такая, с градиентом. И мне нужно максимально подобрать, чтобы совпали у меня цвета, так как я буду вязать два сложения. Вот видите, я сейчас пытаюсь немножечко сопоставить. Вот, по-моему, дальше уже все идет. Так, крючок я взяла 4,5 миллиметра, возможно, 5 миллиметров, девчонки. Смотрите, как вам удобнее. Вот так вот я соединила эти нитки, да, чтобы у меня совпал цвет. И буду набирать цепочку. Цепочку набираю из 100 петель воздушных. Довольно свободно. Вот такая вот цепочка. Теперь, видите, вот моя последняя петля. Я ее держу пальчиком. От нее делать 3 воздушные петли подъема и далее вяжу в эту петлю, далее пропускаю эту петлю и со следующей вяжу 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Вот она, наш подъем. Теперь одну воздушную петлю. Пускаем 4 петли цепочки. 2, 3, 4. И из пятой вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Воздушная петля. И снова пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Из пятой вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Смотрим. Видите? И вот так вот до конца ряда. Вот смотрите, довязываю я до конца. Последний мой. Последняя ракушка. Воздушная петля. 2 петли я пропускаю и с третьей вывязываю столбик с накидом. Теперь делаю 2 воздушные петли подъема, поворачиваю. Из вот этого окошка я вывязываю 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот. Делаю воздушную петлю. Далее вяжу по узору. То есть из вот этой дырочки вывязываю 4 столбика с накидом. И так далее, так до конца ряда. Так, смотрите, доходим до конца ряда. И здесь вот из вот этих вот наших воздушных петель вывязываем 3 столбика с накидом. Третий.
делаем 2 воздушные петли подъема и теперь повторяем первый ряд из вот этой, из окошка вывязываем 4 столбика с накидом. И повторяем далее. То есть один ряд у нас будет как бы половинка вот этого лепестка, один ряд у нас просто будет вот эта вот дырочка. Все, продолжаем наше вязание. Смотрите, мои хорошие, провязала я 38 рядов. Это у меня получилось, видите? Вот вязала я вот так вот, отсюда сюда. Я так нарисую. Вот мое направление вязания. И вот так вот еще раз. Так, значит, всего связала 3 детали. Одна большая, вот как я набирала петли, вам показывала начало. Провязала 38 рядов. И у меня получилась такая деталь шириной 48 сантиметров и длиной 58 сантиметров. И 2 маленькие детали. Вот они, 2 полочки. Точно так же я набрала 100 петель, и точно так же они 58 сантиметров, но в ширину они по 24 сантиметра. Теперь что я делаю? Теперь мне нужно сшить, вот я беру вот эту большую деталь, видите, здесь вот нарисовано на схемке, и мне нужно пришить, как бы сшить плечевые швы. Вот так вот одна деталь и вот так вот вторая деталь. Вот сейчас я эти плечевые швы сошью и будем с вами вязать далее. Сшиваю я обычной иглой с нитью вот так вот. Можно сшить крючком, цепочечкой. Смотрим здесь, чтобы все у нас совпадало, и сшиваем. Вот так вот. Смотрите, сшила я плечевые швы, вот они. То есть полочка у меня получилась в стык, не пугаемся. Теперь я буду вязать рукава. Вот как у меня сейчас вот эта вот деталь, рукава я буду привязывать вот так вот, начиная отсюда и до конца вязать. Вот таким вот образом находим, где у нас тут шовчик. Вот видим, видите, вот мой шов. От шва я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И из восьмого окошка, вот смотрите, я захватываю нить, вывязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее вяжу моим узором, нашим узором, вот из вот этой дырочки вывязываю 4 столбика с накидом. 2, 3, 4, 1 воздушная петля и далее. То есть здесь мы вяжем тем же самым узором. Так, всего смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. То есть 7 у меня 2 петли с одной половинки, 2 петли с другой половинки. Потом оно у нас все сравняется. Теперь я вяжу еще 6.
Вот, смотрите. Всего у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Центральная 8, 9, 10, 11, 12, 13. И делаю одну воздушную петлю и еще как бы кромочную из следующей. Вот так вот. И теперь продолжаем вязать нашим основным узором. Вот здесь вот второй ряд у нас. Петли подъема, 2 столбика с накидом. И поехали дальше. 1 воздушная петля и 4 столбика с накидом. Продолжаем мы наш рукав. Вот продвигаемся, как я показала, стрелочкой. И вяжем до нужной нам длины. 9 рядов я провязала вот здесь. Вот. Теперь мне нужно сократить. Здесь, вот смотрите, 10 ряд. Я делаю 3 воздушные петли подъема. И перехожу, не делаю, вот как я половину вот этого рапорта сделала здесь, обычно, видите, я сразу перехожу в следующую дырку и делаю 4 столбика с накидом. Продолжаю до конца ряда. Довязываем до конца ряда. Вот. И здесь вот опять же мы не делаем вот эти наши, которые мы делали половичные. Я делаю воздушную петлю и просто столбик с накидом вывязываю, как бы кромочный. Теперь я поднимаюсь. И вот теперь я делаю этот половичный как бы раппорт. 2 столбика с накидом. Я сделала петли подъема и 2 столбика с накидом. И далее продолжаю. То есть мы аннулировали половину раппорта с одной стороны и половину с другой. Вот теперь вот здесь вот будет наша половинка. А вот это мы убрали. Сейчас я вам это покажу на примере второго рукава. Вот видите? Вот оно. Вот здесь мы убрали половинку раппорта. Вот было. Вот теперь перешли мы, вот убрали здесь вот. Вот здесь вот наше убавление, видите, вот точно так же. Теперь я продолжаю вязание до конца рукава. У меня это 30 рядов. И 30 рядов это в спокойном состоянии 42 сантиметра. Понятное дело, что когда эта пряжа такая, что она обвисает. Поэтому это будет больше, когда это будет на теле 42 сантиметра. Я довязываю оба рукава, второй до конца. Вот здесь вот мы сделали убавление. И сошью боковые швы, вот как обычно, тут уж нечего показывать, просто сошью боковые швы. И далее мы продолжим. Так, мои хорошие, сшила я бока, вот смотрите. Да, и на этом этапе у нас уже полноценный жакетик такой летний. Далее, вот вы можете остановиться на этом этапе, да, и дальше не вязать капюшон, и дальше не вязать в длину. То есть единственное, что вы должны проконтролировать, это первое полотно, длина, это ширина ваших бедер, да, вот когда вы вяжете, просто меряйте по себе. Соответственно, эту потом ширину вы делите напополам, у вас будет две полочки. Ну и рукав все по видео, и длину тоже меряйте по себе. То есть чуть-чуть немножечко включайтесь в работу. Так, и теперь мы делаем капюшон. Капюшон, вот смотрите, вот мои плечевые швы. Да, необычно здесь оно все у нас приходится в стык, но ничего потом. За счет того, что эти нитки очень такие, как бы, не знаю, как объяснить, вот такие какие они есть, вот этот способ идеально им подходит. Так, смотрим. Вот от плечевого шва считаем 1 2 3 4 5 и отсюда из пятого окошечка вывязываем, ой, еще раз. Из пятого окошка вывязываем 3 воздушные петли. То есть точно так же, как рукав. Сейчас поступаем 3 воздушные петли. И далее из следующего окна начинаем вязать так, как мы вязали все основное вязание. То есть 4 столбика с накидом в каждую дырку. Между ними воздушная петля.
Так, вот когда мы приближаемся к к этой развилке, да, как бы вот такая, вот так она у нас выглядит. Да, сейчас я отсюда вот сделаю. Четыре, видите? То есть здесь у меня раз, два, три, четыре и пятая из половинки здесь. Теперь из этого промежутка. Раз, два, три, четыре. Это у нас шестая. И отсюда я вывязываю еще пять. С этой половины. Раз. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, достаточно. Теперь мы вот замыкаем наш ряд. Вот этим столбиком следующий. То есть вот смотрите, вот мы. Если нарисовать на схеме, то вот так вот я двигалась, да? Отсюда, да? Вот так вот. И набрала эти петельки. Так, теперь я продолжаю вязать вот это. Вот что я набрала здесь. Я это все вяжу вверх нашим основным узором. То есть здесь я делаю 2 петли подъема. И здесь уже вывязываю половинку раппорта, то есть 2 петли с накидом. И далее вяжу, как обычно. Продолжаю вязание вверх без изменений. Так, вот смотрите, девчонки, я провязала вверх. Оно кажется, что оно мало, но на самом деле мы еще будем обвязывать. Поэтому это не мало. И вот сейчас я измерю, сколько. Ну, вообще-то меряйте по своей голове. У меня где-то 30 сантиметров. Теперь я просто складываю пополам. И провяжу вот так вот, как бы соединю. Или иглой сшить. Или просто, наверное, иглой. Так, все-таки иглой. Одну ниточку я обрезаю, а вторую делаю подлиннее и продеваю в иглу. И сошью этот верх капюшона. Вот я его складываю пополам и сшиваю. Так, вот, все, сшила я капюшон. Вот здесь он потом уляжется. Еще мы его будем обрабатывать. Теперь далее, девчонки. Далее передвигаюсь я к нижней моей части. Вот. Здесь вот вы можете и оставить так, как есть, если вас устраивает длина. Либо продолжить со мной. То есть уже, в принципе, и достаточно. Вот такой вот летний вариант. Если недостаточно, продолжаем вместе. Теперь вот по нижнему краю я буду вязать далее. Беру опять же нитки. И вот теперь вот по нижнему краешку я буду продолжать вязать нашим узором. Делаю 2 петли подъема. Вот оно, окошко здесь будет как бы. Здесь будет этот половичный. Половинка раппорта, то есть петли подъема и 2 столбика с накидом. И продолжаем далее. Вот из каждой дырочки мы будем вывязывать наши 4 столбика с накидом. Продолжаем. И вот так вот продвигаемся вниз на ту длину, которую вы хотите. Так, вот смотрите, я провязала 3 ряда, ой, 4 ряда вниз.
Вы можете вязать столько, сколько вам нужно. Я исхожу из того, что у меня всего 3 мотка. Ой, всего 7 мотков, поэтому больше у меня не хватит. И теперь я перехожу на полочку. То есть вниз у меня 4 ряда провязано, видите? И теперь я буду вязать вот здесь вот так вот по кругу. Делаю 2 воздушные петли подъема. И начинаю вязать. Начинаю с половиночки. То есть петли подъема и половина нашего рапорта. То есть 2 петли, 2 столбика с накидом. И далее уже буду продолжать по 4. То есть, видите, я просто повернула. Я сначала вязала сюда, теперь повернула. И буду вязать вот точно этим же таким же узором, но только как бы планку.